Как вы делите iPad в школе? Не понимаю. Что? Я не могу сказать. Ну как? Ну по двому разу. Ну, по одному человеку. Один iPad, а вас двое. Так? Ну да, по очереди. А очередь как вы соблюдаете? По двум человеку. Ну сначала кто играет? Сначала одна девочка, а потом уже мальчик. А, по двум разу. То есть ты сначала играешь? Сначала я, потом еще один раз я, а потом уже... Кто? Другой мальчик. А как его зовут? Я забыла. Пирс, ты сказала? Да. И потом он сколько раз играет? Он просто со мной не играет так. А если уже везде свое имя, то когда уже можно зеленую кнопку нажимать. А зеленая кнопка что обозначает? Обозначает, где ты? Или уже начинать? Что, можно начинать игру? Да. Понятно. И что, вы тогда зайчик начинает собирать клубничку? Да. Понятно. А вы считаете, сколько клубничек собралось? Нет. А кто больше собрал, ты или Пирс? Я, конечно же. Потому что я по третьему разу, а он нисколько. А потом у него уже два раза за... Ну, не зарешили. Можно сколько раз хочешь. Ничего не поняла. Ты играла сколько раз? Два? Три. Три? Да. А он сколько? Два. Понятно. И а потом почему ты играла больше-то, чем он? Потому что я хотела его ухитрить, потому что он был не мой, не, он со мной не играл. Ой, почему не хочу. И ты его обхитрила так? Да. Доченька, ну разве честно это? Да. Ну, разве не? Я шучу, я по дваму. Понятно. То есть ты играла два, и он сколько? Два. Угу. Или ты три? Я два. Ты два. Смотри, чтобы у вас честно все было, да? Ну да. Можно по дваму, по трему. Понятно. И по одному. А вы играете на уроке или на переменке? На уроке. Хорошо, у вас уроки. Где они в iPad играют? Компьютер сайенс это? Да. Понятно. Ну все, давай спать.